Какие безопасные возрастные рамки к прохождению ступени Кайлас? Молодежь ведь не сформировалась до конца характером. Я считаю, что для молодежи это находка проходить бесплатные первые ступени школы Кайлас. Прямо с раннего возраста для них это находка. Мой сын Слава прошел ступени, первую ступень школы Кайлас еще в возрасте, я не знаю, 9 лет. И может быть раньше даже, наверное, еще 8 лет. То есть он смотрел по чуть-чуть, после чего читал мантры, я даже записывал, как он читает эти мантры, маленький еще был. Сейчас ему уже 12 лет, и он очень хороший человек. То есть он не драматизирует, у него есть вот это состояние, когда он восхищается миром. То есть это вот заметно, понимаете, это заметно. Ему везет во всем, такой рыжий. Рыжик, абсолютно везучий рыжик. То есть учится хорошо, на сегодняшний день закончил как отличник, на отлично школу. И там учится на саксофоне. Нет с ним проблем вот вообще никаких. Тьфу-тьфу-тьфу. Я считаю, что чем раньше ребенка обучить вот такой философии, тем лучше и быстрее в его жизни наладится его жизнь. И, конечно же, хорошо, что у него психика не сформированная до конца. Почему? Потому что моя философия — это философия позитивных намерений, позитивного отношения к жизни, позитивного восприятия жизни. Философия других коучеров, она может не всех, конечно, она может быть связана с тем, что надо добиваться, надо куда-то бежать. И она, конечно же, разрушает. Очень часто мир воспитывает в человеке злость. А суть родителя — воспитать в человеке все-таки доброту, милосердие, любовь, веру в то, что все будет хорошо. Вот это я ставлю на первое место. Я стараюсь это в своих детях вырастить. Жазира Карашева. Подскажите, можно в один день проходить несколько сангая? Да. Или один вид сангая? Нет. Как правильно читать? Вот как я там даю, так и читать.